Евгений Олегович, скажите, правда, что виноградный сахар дошкольникам полезнее? На самом деле, надо рассматривать этот вопрос, в каком аспекте полезнее. Меньше риска аллергии или быстрее усваивается энергия. Вот с этой позиции виноградный сахар полезнее производителям виноградного сахара и не более того. То есть никакой принципиальной разницы между обычной сахарозой, сахаром и виноградным сахаром в плане здоровья обычного ребенка не существует. Другой вопрос в том, что когда вы купили за одну денежку обычный сахар, а подружка за 3 денежки виноградный, то вроде как подружка намного больше любит своего ребенка. Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.